передвижных. Только что на адрес Венмеха поступила еще одна правительственная телеграмма. Сегодня мы здесь собрались по знаменательному поводу. 110 лет назад родился необыкновенный и замечательный человек, человек-эпоха, чье имя навсегда вписано в славную историю Отечества – Дмитрий Федорович Устинов. Он проделал колоссальную работу в отрасли ракетостроения и сыграл важную роль в создании принципиально нового вида стратегического вооружения – баллистических ракет. Благодаря усилиям Дмитрия Федоровича армия и флот получили современную военную технику и вооружение. Ему всегда удавалось в кратчайшие сроки отлаживать производство военной продукции. Сегодня имя этого выдающегося человека носит Балтийский государственный технический университет «Военмех», выпускником которого он был в 1934 году. Это торжественное мероприятие является данью памяти, уважения, глубокой признательности и почтения Дмитрия Федоровича Устинова, выдающегося сына Великой России, председателя Комитета Государственной Думы по обороне, герой России, генерал-полковник Шаманов.